Привет, дорогие друзья! Вы на канале Юрий и Лариса Ивановы Лайв. Также вам привет с Южной Дакоты, потому как я еще на кухне дочери нахожусь. И сегодня мы готовим наши любимейшие вареники, дамплинсы с творогом. Здесь такой вот творог жидкий и сыром. Алекс, ты хотел что-то сказать? Говори. Привет, девочки! Он тоже любит готовить со мной вареники. Мы просто их здесь обожаем. Он когда увидит или услышит, что я тут собираюсь, он сразу несет вот этот степ-стул себе, подставляет. И тоже ему нужно участвовать в процессе. Что я взяла? Я взяла 3 стакана муки. Я поделюсь просто с вами своим рецептом теста. Это тесто у меня будет заварное. 3 стакана муки, 1 яйцо, 1/2 чайной ложки соли в яйцо. Это для теста. Теперь 3 столовые ложки масла. У меня оливковое. Масло. Масло. Так. Нужно немножко размешать это яйцо с солью. И желтое. Вылить в муку. Cool. Немножко перемешать. Алекс радуется, довольный стоит, смотрит, что ты делаешь. Мой. Давай, все выливай, говорит. Мой. Вылью. Так, и мне нужен очень крутой кипяток. Вот у меня, видите, в чайнике крутой кипяток кипит, все. Как думаешь, если я вот в эту налью? Ничего страшного. Мне нужно стакан крутого кипятка. Немножечко, не полный. Так, и наливаем его в тесто. Ой, перемешиваем. Ой. Алекс переживает за тесто. Я аккуратно ввожу, не выливаю сразу. И теперь его стараюсь собрать все в шарик. Сначала я ложкой собирала, потом руками. Вот так вот. Я собираю в шарик. Он так любит на камере быть, посмотрите, он такой счастливый. Доча включила камеру, он раз серьезную мину сделал. Алекс, скажи. Все, это некрасиво, Алекс. Эй, ты любишь некрасиво вареники? Же. Алекс, ты любишь вареники? Перестань дамплинсы? Быть. Ты вареники любишь? Ага. Как ты их любишь? Очень скажи. Watch TV, любишь? Ну все, ты закончил готовить, значит? Ну иди тогда. Дочь положила камеру на стол, он говорит, ты что ходишь, иди снимай видео. Он все знает за всех, то, что должен делать. Короче, кто меньше, тот больше знает всех. Да, ты же всегда так. Закон природы. Яйцо учит курицу. Ты яичко, ты что делаешь? Яичко! 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 Не, тише! Не ори, ну, что ты орешь? Ясничать. Хорошо ну, себя вел. Нормально себя вел. Silly, папа. Silly. You silly. You silly. You silly. You silly. You silly. Все, перестань. Так, тесто мы оставляем.
Из этого теста, кстати, получается, смотря какие их размером буду делать, иногда у меня 78 штук, иногда, когда их побольше делаю, 70 штук. Вот так вот примерно получается. Нам хватает, короче. Да, покушать как раз. Здесь я взяла 450 грамм вот такого вот творога, ну, другого здесь нет. Как он? Cottage cheese, да? Cottage cheese. Ну, может быть, другой есть, но... Ну, мы не нашли. Я его пыталась сцеживать, ну, чтобы жидкость текла. Ну, в принципе... Разницы не имеет. Да, так как я уже давно это готовлю, мне понравилось. И вот здесь вот 200 грамм сыра. Сейчас это все перемешиваем. Это у нас будет вот такая начинка. А мы... Тихо, подожди. А мы в России готовили с творогом вареники? Я готовила с творогом вареники. И маме тоже делала. Я люблю творог с сыром. У моего мужа, его бабушка, готовит ему каждый Новый год или Крисмас. Она ему привозит пакетик дамплинг с cottage cheese. Ну, вот этих вот варениках. Вареников с... Как это? Ну, с творогом. Она тоже такие делает. Только у нее немножко другие кайсы. Но она не добавляет, во-первых, сыр. Да, она сыр не добавляет. И, во-вторых, ну, как... Я здесь не готовила вареники. Я почему-то всегда боялась, говорю, как творог же не подходит. Она другой, у нее другой творог. Ну, она покупает в поселении, да? Ну и вот. Ну, а потом решилась, добавила туда сыра. И нам всем очень понравилось. Зятю особенно. Он в восторге от этих вареников. Алекс тоже. Да, он готов их есть каждый день. А дома я готовила. А вот мама моя не любит, когда я сыр добавляю. Я ее носила. А вот мне нравится с сыром. Особенно с солененьким. Ну, ты соль любишь, я хотела сказать, да. Поэтому. Так как у меня помощник, он очень хочет порезать тесто. Вымыл руки, хорошо держи тесто. Вот так, молодец. Взял суперострый нож. Молодец, взял детский нож, потому что детям нельзя, он сказал, острый брать. И режет. Ну, старается. Молодец, вот, молодец, вау! Отрезал. Так, подожди. Все, 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 не режь. Не режь, не режь. Не режь, не режь, не режь. Баба будет делать колбаску. Смотри, она колбаску баба делает. Скажи, колбаска. Мы вчера перцы ели, Алекс сказал. Она хорошо готовит. Эй, не трогай нож. Вау, Алекс, ты какой молодец, ты раскатываешь. Алекс у нас помощник, смотрите, делает и говорит, кьют. Может, он шеф-поваром будет когда-нибудь. Вау! А-а-а! Прилепил. Да, забыла вам сказать. Мука нам больше не понадобится. Будем все без муки делать. Мами! Вот! Вау, какой ты молодец! Еще раскатывай. Тебе так хорошо получилось? О, мягко. Мягко, да? Чем пахнет? Все, мы будем готовить. Да. Давай, раскатывай. Так, ребята, зять тоже пришел готовить вареники, помогать. Смотрите, как он раскатывает. Помыл руки, взял тесто и раскатывает. Короче, вся семья трудится. Вот, видите? Дружная семья. Нам же кушать надо. Мы трудимся. Представляете, я превзошла все ожидания. Посмотрите, какие вареники. У меня их будет в 2 раза меньше. Я их лепила огромными. Думаю, что выпендриваться для себя же, да? Так, получился небольшой это влог у нас. Вода закипела. Сейчас я буду варить. Я огромные их слепила. Кладу по 10 штучек. Ну, воду, конечно же, я подсолила. Сюда в ковшик 5 штучек положу. Вот они, варенички.
смотрите, какие я туда масло положу. Сейчас будем кушать. Вот уже заметила, вот я не знаю, что это такое со мной. Как готовлю не на видео, все красиво, все прекрасно. Только на видео начинаю готовить, начинаю хлепить большими. И совсем не то, что красота получается, когда просто так готовлю. Сегодня воскресенье, мы решили покушать в зале, поэтому все пошли туда телек посмотреть и покушать вареничков. На вкус не отразится то, что они такие, может быть, некрасивые. Маслица тут достаточно. В общем, очень вкусные. Ну что ж, спасибо, что вы были с нами. Нам приятного аппетита, а вам приятного просмотра. Всего хорошего, до встречи. Ну, как всегда, мы же привыкли, попрощаемся и потом снова снимаем. Это вчерашние перчики у меня остались. Я готовила их с фаршем, с ананасом. В общем, запах по всей кухне. Подогревали сейчас две штучки. В общем, очень-очень-очень вкусно пахнет и вкусные.